своему коллеге по музыке, давно уже, Валерий Музыка, ну, к сожалению, Валера уже нет, но вот песенка осталась. Он когда его услышал, он совсем не обиделся. Мне это было очень приятно. Она записана, но, к сожалению, вот как-то вот альбом прервался, так не едва успев начаться. Называется песенка «Душа». О чем думала душа? Красивая и резвая, в кармане часто ни гроша. И что ж там, не трезвенник, все потихоньку, не спеша, да с вечною улыбкою, зачем выбрала душа жилье такое зыбкое? Но это все уже потом. И помнишь ли, душа моя, ах, как уютно в доме том. Тебе жилось хорошая, как был смешным любой совет, как обнимала гриф рука, как ночью не гасили свет и знали все наверняка. Твой мир, казалось, навсегда. Чего желать еще пока, когда снаружи холода, а здесь светло и музыка, спокойные речи и тихи, и лет течение плавное, немного странные стихи. Но разве это главное? А ты все так же хороша еще, когда разденешься, на что надеешься, душа, что все опять изменится, вновь заискрится высота узорчатыми стеклами, и снова вспыхнет пламя там, где нынче угли теплые, что покосился дом чуток. Так это все безделица, где нам осталось на глоток, но он с тобой поделится, не зная, что там впереди, из глупости, из жалости. Прошу тебя, не уходи. Останься с ним, пожалуйста. О чем ты думаешь, душа?